парикмахерской. Послушайте внимательно то, что рассказываю. Это очень важно. Я человек, который держит несколько бизнесов. Понимаете, я сотрудникам своим говорю, если ты придешь сюда, чтобы на зарплату работать со мной, ты самый тупой человек на белом свете. Самый-самый тупой. Они говорят, почему? Потому что в моем организации люди станут миллионером. В моем организации ты можешь стать богатым, ты можешь стать лучшим. Если ты придешь рядом со мной и ты не ищешь стать лучше, ты самый тупой человек на белом свете. Потому что ты должен быть умным. Значит, когда сюда придешь, у тебя не должно быть просто цель, я приду в АК временно, подрабатываю. Временной жизни не бывает. Кто меня понял? Твои молодые годы проходят. Твои самые прекрасные дни проходят. Ты больше время проводишь на работе, нежели дома. Свою жизнь вычеркнуть, это глупо. Поэтому ты должен максимально понимать. Стань лучшим в своем работе. Стань необходимым в работе. Как ты можешь стать партнером, не имея, то есть владельцем бизнеса, не имея свой капитал, не рискуя своими деньгами и так далее? Как? Очень просто. Просто максимально вкладывай усилия, и чтобы в этой компании ты стал один из лучших. Построй карьеру по принципам Эйфелевой башни. Эйфелевой башни, что это означает? Это означает, что сначала горизонтально на несколько рядов ты должен работать, чтобы понимать эту работу. А потом повыше. Лучше тебя не будут кандидата на руководящую должность через несколько лет. Максимум